28 февраля, 18:00, состоится вечер памяти замечательного русского поэта Николая Алексеевича Мельникова. Все творчество Николая Мельникова пронизано лучами солнца правды Христа и болью русской души за поруганное земное отечество. Трагически погибший поэт оставил нам бесценные жемчужины русского духа, которые не должны быть преданы забвению. На вечере выступят православные поэты, музыканты, авторы-исполнители. Гостей ждут чаепитие и дружеское общение. Ведущая вечера – известная поэтесса, член Союза писателей России Нина Карташова. Просьба по возможности связываться с организаторами вечера по телефону 8-916-864-2536, так как количество мест ограничено.